приветствуем у экранов наших дорогих зрителей. Сегодня интернет-магазин «Серебряная птица» приготовил вам очередной видеообзор новинок ювелирных украшений от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Мы отобрали самые горячие новинки и уже с нетерпением ждем, чтобы представить вам их. Готовы любоваться вместе с нами? Тогда начинаем наш видеообзор. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на изделиях – фианит. Полюбуйтесь, какой необычный комплект украшений. Как сверкает фианит и как изящно он закреплен в центре такого круга с необычными дизайнерскими элементами. На серьгах с английским замочком полностью повторен дизайн кольца. Вместе комплект будет просто восхитительно сиять в солнечный день. Диаметр верхней части кольца 14 мм, диаметр вставки 8 мм, паспортный вес 3,92 грамма. Высота вставки серег 34 мм, ширина 14 мм, диаметр вставки также 8 мм, паспортный вес 6,96 грамма. Кольцо из серебра 925 пробы без вставок. Покрытие радирования и золочения. Безразмерное кольцо, которое подойдет на любой пальчик. Оно словно плавно обнимает вас. Такое изделие приготовили для вас мастера-ювелиры Красной Пресни. Кольцо не мешает сжатию ладони и очень удобно в повседневном ношении. Выбирайте покрытие на свой вкус и заказывайте украшения на нашем сайте jumagazine.ru. Ширина кольца в самом широком месте 28 мм, паспортный вес 3,24 грамма. Серьги из серебра 925 пробы без вставок, в покрытии золочения и радирования. Практичные и универсальные серьги, подходящие к любому вашему образу и наряду. Модное в этом сезоне утолщение совершенно не утяжеляет общий образ и не давит на мочку уха. Такие серьги можно очень комфортно носить в течение всего дня. Диаметр серег 40 мм, ширина в самом широком месте 7 мм, паспортный вес 7,41 грамма. Представляем вашему вниманию комплект, кольцо, серьги и подвеска из серебра 925 пробы, покрытие изделий оксидирования, вставка культивированный жемчуг. Просто роскошный комплект украшений, как нельзя лучше подходящий для вечернего наряда. Многослойное сочетание филигранных узоров и воздушных завитков, просто роскошный комплект украшений, который как нельзя лучше подойдет для вечернего наряда. А культивированный жемчуг на нем добавит утонченности образу. Вместе комплект смотрится просто роскошно. На серьгах французский замочек с петлей. Высота серег 41 мм, ширина 23 мм, паспортный вес 11,38 грамма. Габариты верхней части кольца 30 на 24 мм. Паспортный вес 8,87 грамма. Размеры подвески 32 на 23 мм. Петелька 8 мм. Паспортный вес 5,46 грамма.
Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирование. Вставка на изделиях – культивированный жемчуг и фианиты. Нежнейшая вставка из культивированного жемчуга. Эта модель украшений уже для тех, кто выбирает легкие и более миниатюрные украшения. На серьгах в этом комплекте английский замочек и чуть более вытянутая капелька по сравнению с такой же на кольце. Этот декоративный элемент является подвижным и добавляет игривости и легкости всему вашему образу. Высота серег 35 мм, ширина 12 мм, диаметр жемчужины 6 мм, паспортный вес 4,8 грамма. Ширина кольца также 12 мм, диаметр жемчужины 6 мм, паспортный вес 2,85 грамма. Серьги и браслет из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, без вставок. Великолепный комплект для любительниц украшений в традиционном стиле. Только посмотрите, какие нежные и утонченные листочки, как выгодно они подчеркнут линии скул и шеи, а браслет – линию запястья. Обратите внимание, что на нем нет регулировки, поэтому стоит определить размер, правильно подобрать его при заказе изделия. Узнать, как это сделать и заказать сами украшения, вы можете на нашем сайте jumagazine.ru. Высота серег 81 мм, ширина 14 мм, паспортный вес 8,12 грамма. Ширина браслета 14 мм, паспортный вес 8,7 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования без вставок. Фантазийный комплект украшений с филигранным узором. Что этот дизайн напоминает вам? Веер или, может быть, крыло птицы? Создайте настроение и подчеркните легкость с помощью этих украшений. На серьгах английский замочек. С ним серьги плотно сидят на мочке уха, а шинка кольца совершенно не препятствует свободному движению пальцев. Ширина кольца в самом широком месте 24 мм, паспортный вес 3,79 грамма. Высота серег 21 мм, ширина также 21 мм. Паспортный вес 5,1 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирование. Изделие без вставок. Стильные геометрические серьги с необычным дизайном. Специально для тех, кто любит быть в самом центре внимания и собирать восхищенные взгляды.
Обратите внимание, что дизайн кольца и серёг отличается. Это значит, что приобретая два изделия, вы можете смело носить их по отдельности или комбинировать с другими украшениями похожего стиля. Не бойтесь быть собой и пробовать новое в своих образах, а интернет-магазин «Серебряная птица» с удовольствием вам в этом поможет. Диаметр верхней части кольца 12 мм, паспортный вес 6,52 грамма. Высота серёг 35 мм, ширина 19 мм, паспортный вес 8,96 грамма. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы. Покрытие золочение, либо родирование на ваш вкус. Вставка на изделиях фианиты. Очень изящные и женственные серьги. Представьте, как прекрасно вы будете с ними выглядеть в новогоднем наряде. Россыпь маленьких аккуратных фианитов придает изделиям поистине праздничный вид, при этом не перегружает образ. Нижний элемент является подвижным, при этом он надежно закреплен на основной части серьги. Выбирайте покрытие под свой новогодний образ, заказывайте украшения на нашем сайте прямо сейчас и встречайте Новый год самый ослепительный. Высота серег 20 мм, ширина 12 мм, паспортный вес 5,31 грамма. Комплект украшений из серебра 925 пробы, в который входят серьги и кольцо, покрытие и золочение, а также украшенное алмазной гранью. Если вы не поклонница ярких и крупных вставок, но любите, когда украшение имеет свою изюминку, тогда присмотритесь к этому комплекту. Алмазная грань бесподобно сверкает при любом освещении и без сомнения привлечет к себе внимание. Миниатюрные серьги с английским замочком, также декорированные алмазной гранью, будут очень аккуратно выглядеть на ухе. Высота серёг 13 мм, ширина 4 мм, паспортный вес 1,76 грамма. Ширина кольца 4 мм, паспортный вес 1,96 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие изделий золочения. Вставка – культивированный жемчуг. Утонченные и изысканные украшения с минимальным, но таким же женственным дизайном. Жемчужина в них выглядит словно планета с орбитальными траекториями. Очень нежно. Дизайн серег полностью повторяет дизайн кольца. Порадуйте себя или кого-то из своих близких и заказывайте эти украшения в нашем интернет-магазине. Ширина кольца 12 мм, диаметр жемчужины 8 мм, паспортный вес 2,56 грамм. Высота серёг 29 мм, ширина 12 мм, диаметр 8 мм, паспортный вес 4,16 грамм. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования, без вставок. Объемные украшения, созданные вновь для любительниц филигранных узоров.
Посмотрите, какой необычный орнамент. На серьгах английский замочек. Вот так серьга будет выглядеть с тыльной стороны. И кольцо также очень удобно для повседневного ношения. Вместе комплект получается очень благородным. Длина верхней части кольца 24 мм, ширина шинки 2 мм, паспортный вес 4,88 грамма. Высота серёг 39 мм, ширина 24 мм, паспортный вес 7,15 грамма. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на изделиях фианит. Приблизьте ощущение праздника вместе с этим комплектом. Только посмотрите, как сияет крупный фианит и как его дополняют маленькие фианиты. Настоящий восторг! Торжественный вид подчеркивается квадратной классической формой. А элементы выборочного родирования делают изделие еще интереснее. Размеры верхней части кольца 11 на 11 мм. Размеры центральной вставки 8 на 8 мм. Паспортный вес 3,77 грамма. Высота серег 28 мм. Ширина 11 мм. Размеры центральной вставки также 8 на 8 мм. Паспортный вес 5,16 грамма. Серьги из серебра 925 пробы со вставкой из искусственной шпинели. Покрытие золочения либо родирование. Тонкие и изящные серьги-продевки, украшенные капелькой с искусственной шпинелью. Очень элегантно подчеркнут линию шеи и при этом не будут травмировать прокол. Переходите по ссылкам в описании к видео и заказывайте эти утонченные аксессуары на сайте нашего магазина. Длина серег 51 мм, размеры вставки 6 на 4 мм, паспортный вес 1,85 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на украшениях – искусственный халцедон. Удивительный халцедон голубого цвета в довольно лаконичной, но очень модной прямоугольной оправе. Настоящая находка для голубоглазых красавиц. Украшения добавляют акцент и при этом не перетягивают внимание на себя. В центре образа все равно остаетесь именно вы. Отличная идея для подарка маме, сестре или подруге, а также и себе самой. Высота серёг 18 мм, ширина 14 мм, размеры вставки 14 на 10 мм. Паспортный вес 7,48 грамма. Размеры верхней части кольца 19 на 15 мм, размеры вставки 14 на 10 мм. Паспортный вес 4,93 грамма.
На этом мы завершаем наш видеообзор. Мы благодарим вас за внимание и обратную связь к нашему ролику. Нам всегда важно ваше мнение, поэтому обязательно оставляйте комментарии под этим видео. Мы желаем вам крепкого здоровья и ждем вас за покупками на нашем сайте. Искренне ваш, интернет-магазин «Серебряная птица».